В расцвете сотни лет в ботаническом саду Екатеринбурга редкое явление. Там зацвела саговая пальма. Такое, говорят сотрудники, случается раз в пятилетку. Растение уже больше века, но оказывается, жизнь для него только начинается. Жители тропиков порой могут расти тысячелетиями. Правда, сейчас таких долгожителей по пальцам можно пересчитать. Если раньше растения этого семейства даже употребляли в пищу, из саговниковых делали крупу, то сейчас большинство занесено в Красную книгу. Увидеть их можно разве что в ботанических садах. Растет такое хлебное дерево очень медленно. На Уральском, например, в этом году появилась только шишка. В следующем из нее образуется конус. Примерно такой же растет в паре метров у еще одного долгожителя. В конус будут сложены молодые листья саговника, и постепенно они будут раскрываться. Это очень красивое явление. Если мы с вами посмотрим на середину саговника, мы увидим остатки мегастробила 2013 года.